Для кого-то лето – пора отпусков, а для кого-то – время охоты. С начала года на укус клеща пожаловались более 600 белгородцев. Для Ивана обычный поход за земляникой обернулся схваткой с паразитом. Крутанул по одной стрелке. Все, оказалось, что неправильно делал, раз осталась часть клеща внутри. Во избежание таких ситуаций специалисты рекомендуют использовать пинцет. Захватить и покачивающими или выкручивающими движениями убрать, вытащить. Но если в своих силах не уверены, лучше обратиться за медицинской помощью. Травмпункта в городе 2. У нас вот на стадионе, который, да, Белгородский проспект 99, и Губкина 46. Вопреки популярному мнению, клещи не водятся на деревьях. Их потолок 1,5 метра, а излюбленное место – высокая трава. Не сегодня. Паразита, который посягнул на вас, следует обязательно доставить в лабораторию. Там его изучат на предмет опасных инфекций. Поскольку Иван выбросил клеща, врач на всякий случай прописал антибиотики. Дней 20 я ел эти антибиотики, после этого сдал анализы, оказалось, что все хорошо. Пренебрегать лечением не стоит. По данным Роспотребнадзора, примерно каждый 6-й, 7-й клещ – переносчик боррелиоза. Инфекции с тяжелыми последствиями. У человека развиваются различные поражения, в том числе нервной системы. Довольно опасно, если не лечить и не обращать на это внимания. Обязательно нужно проводить лечение. Собираясь в парк или на природу, не забудьте о средствах против паразитов. Приобрести их можно в любой аптеке. Ну а если лень заморачиваться, то хотя бы надевайте закрытую одежду. А еще берите с собой друзей, чтобы после прогулки вас было кому осмотреть. Глеб Дудкин, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья.